страви до новорічного столу обов'язково повинні бути гарно оформленими, смачними і корисними. Саме так стверджує наша наступна гостя Дар'я Лєвих, лікарка-дієтологиня, сімейна лікарка. Рада вас бачити, Дар'я. Рада вас також бачити. Дякую за запрошення. Щиро. Ну що ж, кажуть, що не Новий рік, олів'є і мандарини, але ж не лише це може бути основними стравами, так? Так. Або холодець, так? Ми сьогодні поговоримо про ті смачні і корисні страви, які можуть бути на першому місці. Тим більше, що ми вже сказали про те, що 2020 рік, він якраз вимагає здорового способу життя і ставлення нашого так само до того, що ми їмо. Тому нам потрібно звернути увагу на те, які ж страви, які ж продукти ми будемо використовувати. Отже, тоді, з чого ми почнемо? Ще є час готуватися. Дякую за запитання, воно дуже гарне. Я, з вашого дозволу, перейду на російську. Будь ласка, так. Вже в наступному році, обіцяю, буду на українській з вами розмовляти. Що лучше всього приготовить на праздничний стол? Всі хазяйки беспокоятся, как бы произвести впечатление и накормить вкусно гостей. Но вместе с тем нужно помнить, что это делать нужно полезно, да? Полезные блюда. То есть оливье можно тоже сделать более здоровым вариантом, если, например, заменить майонез на соус из аквафабы. Он очень похож по вкусу. И аквафаба – это буквально этот отвар, который остается после отвара, например, фасоли или нута. То есть это очень просто, на самом деле. И еще будет схоже навіть на майонез? Дуже. Это прям идентичный вкус. Туда немножко горчички, соль, лимонный сок, чуть-чуть сахарка, и не отличишь. Ага. Зато нет там, не будет яиц, не будет жира, избытка консервантов, конечно. То есть любое блюдо можно сделать более здоровым. Буквально, если чуть-чуть сместить акценты, сместить свое внимание. Добре, нам головне не купувати те, що вже зроблено кимось, і ми не знаємо з чого. Дуже часто люди не хочуть готувати самі вдома, бо це ж багато. Багато треба всього зробити. Буде, наприклад, компанія, чи навіть якщо на це родина, то це треба декілька страв. А зараз такий час, життя швидке, стрімке, і ми дуже часто не встигаємо. Тому готуємо вже щось трошки, а в основному ми купуємо вже готові страви, готові салати, готові якісь випічку і так далі, все це, щоб стояло у нас на столі. Як ви до цього ставитесь? Як от як лікарка? Як врач, я можу сказати, лучше менше блюд, но они должны быть свежими. Вот это обязательно. Особенно если у вас в гостях есть дети, беременные женщины, люди со сниженным иммунитетом. То есть достаточно, смотрите, что происходит. В течение 2 часов после приготовления, даже если это блюдо находится в холодильнике, там уже идет размножение патогенных микроорганизмов. И достаточно небольшой дозы, да, какой-нибудь сальмонеллы, чтобы загреметь в инфекционную больницу. Як добре, що ви про це сказали. Напередодні свят, не потім. Да, бо так. Треба заздалегідь розуміти, чим же це може для вас закінчитися. Так, значить, ми це розуміємо. А салати, вони 20 хвилин, лише 20 хвилин можуть триматися. Отак кажуть. Без холодильника, да, это не больше часа. Как у нас обычно происходит? Еще многие готовят заранее, потом это стоит в холодильнике, да, потом оно стоит на праздничном столе 4 часа, потом это обратно убирается в холодильнике и обратно достается. Все. То, что у вас постояло на праздничном столе больше 2 часов без холодильника, это в холодильник уже не ставится. Вы куда хотите это девайте, либо съедайте, либо выбрасывайте. Но поэтому и просьба, да, и рекомендация основная, чтобы у вас было минимум блюд было на праздничном столе, чтобы гости их съели, и все. И вы уже в холодильник ничего не прятали. Мы еще, знаете, боимся, вот у нас это генетически заложено, не докормить. А вдруг кто-то останется голодный? Да никто не остается в жизни голодным, все переедают. Поэтому отличитесь и приготовьте 2-3 блюда, и все. Ну, это же не годится. Ну, как же? Треба
найкращих стін ломився, ну, яка ж це господиня, яка приготувала дві страви там, чи три. Ну, або не вміє готувати, так? Або, може, продуктів не вистачило. Важна – це подати, розумієте? Подача. Я беспокоюсь о здоров'ї своїх гостей. Я хочу, щоб ви були здорові в следующем году і в новогоднюю ночь, тому що як Новий год встретиш, так його і пройдеш. Поэтому важно, да, это все-таки немножко в шутку превращать, и вместе с тем все-таки заботиться о здоров'ї своєму і здоров'ї своїх гостей. Даша, ну я трошки поправлю. Це головне, щоб це не невістка свекрусі сказала. Бо то буде точно проблема. Чому ні? От коли вона їй скаже, я тут турбуюся про ваше здоров'я, мама, і приготувала тому вам одну страву. Їжте з задоволенням. Одну, але зато вкусно. Ну, а чому ні? Ми просто дійсно по шаблонам живемо определеним. І важливо ці шаблони міняти. Я теж виросла в сім'ї, де значит, три дня готовятся, потом это все стоит в холодильнике, потом на столе, потом надо всем доедать срочно. Но в наших силах и в нашей прямой обязанности изменить эти шаблоны поведения, немножечко, да, поменять свои модели поведения и отношения к еде. Потому что праздник – это прежде всего общение. Потому что поесть человек может и дома. Он приходит к вам же не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы вас увидеть, пообщаться. Ну, можно вот трошки поесть. Їсти. Новий рік все ж. Звісно. Ви знаєте, насправді це все жарти, так, з приводу новорічного столу, і завжди вони такими і залишаються, ці жарти, але ж ми ніяк не можемо перейти. Вже багато років ми намагаємося, але отой холодець, який готується з навару довго-довго, він все одно є. І є одним з найулюбленіших. Холодець все-таки, так? Я, кстати, хочу вам сказать, что холодец на самом деле не так уж не такой плохой продукт, не такое плохое блюдо на самом деле, как мы привыкли об этом думать. Если это не три слоя жира, которые есть вот сверху потом, да, то это полезный продукт. Почему? Потому что вот если это отвар именно костный бульон, густой костный бульон, то это очень полезная вещь для кишечника, для печени, для мозга. Ну все, холодець залишаємо. Да, оставляємо. З приводу далі інших салатів, наприклад, так? От ми можемо замінити майонез, наприклад, на от той соус, про який ви вже сказали, так? Ми можемо додати ті інгредієнти, от, які ви, про які ви говорили, можемо ще, можливо, поекспериментувати, там, додати зелені трохи, чи додати лимонного соку, чи там, чого нам захочеться, може, гірчиці трошки, не знаю, там, гірчичного порошку, мабуть, так буде краще, бо сама гірчиця теж в собі містить не зовсім здорові компоненти. Конечно, конечно. Тобто ми можемо це все зробити. А якщо ми зробимо ще, наприклад, соус з оливковою олією і додамо туди теж апельсиновий сік, наприклад, так? От я чула такі рецепти, є, насправді їх дуже багато, і вони теж смачні, просто ми ще трошки не звикли. Не звикли, так. Именно так. Вообще идеальным соусом является оливковое масло, лимонный сок и соль. Все. Это идеальный соус для любого салата. И хорошо бы, если бы у вас будет на столе все-таки один максимум майонезный салат, и то полезный майонез, и 2-3 салата без майонеза, с оливковым маслом, с лимонным соком. Вот один из вариантов, это отличный просто, да, сыр фета, печеная, запеченная тыква кубиками, шпинат, гранат и орехи. Еще, супер. Да, это так вот... Мы зараз можемо подивитися навіть ті страви, про ті страви ми говоримо, які зараз можемо побачити, і ще побачити той ефект приготування, як це може вот, виглядати. Кстати, он, видите, тиква, ще сюди оливки можна додати, грецький орех, листя салата і фета. А що, гарбуз запікається, чи що з ним робити треба? Тиква може бути сирая, може бути печена. Все залежить від того, як ви, к чому ви привикли. От теж радуга, пожалуйста, дуже красива. Це синя капуста, це листя салата, це жовтий огурець, кунжут. Все, мінімум інгредієнтів, але максимум пользы. Даш, ну дивіться, це супер, це для тих людей, які люблять в своєму раціоні використовувати свіжі і натуральні продукти, так, це добре. Да. А є такі люди, які, можливо, хочуть запекти щось, зварити, можливо, там підсмажити. От як до цього на Новий рік ставитись? От тут, да, було ще одне блюдо, яке я буквально два слова прокоментую. Там лосось був, да, це лаваш, в принципі, теж дуже швидко
готовится и красиво потом выглядит. Что еще можно запечь, например? Идеально запекать рыбу или мясо. То есть важно, чтобы на вашем столе был все-таки один белковый, высокобелковый продукт. Либо рыба, либо мясо. То есть не должно быть там и рыба, и мясо, и яйца, и сыр, 10 сортов сыра. То есть это очень большая нагрузка на поджелудочную железу, на органы пищеварения и особенно на ферменты, на ферментативную нашу способность и активность. Поэтому на столе будет одно блюдо, либо рыба, либо мясо. То есть либо вы запекаете там большого судака, либо вы запекаете утку с яблоками, и это будет основное блюдо, которым, в принципе, которого достаточно. Качка з яблуками, знаєте, от мене просто хвилює це питання, бо я просто неймовірно люблю і сама запікаю дуже часто качку з яблуками. Це корисно чи ні? Це для здоров'я не шкідливо, бо качка насправді вона жирна. Да, утка очень жирная, это правда. Этот жир достаточно такой серьезный, поэтому ее нужно обязательно сочетать с овощами, желательно сырыми, чем, например, с картофелем или там еще как салатом с яйцами и каким-то жульеном, например. Да? То есть если это утка, то вы понимаете, утка это основа, и дальше салатики. Вот здесь это полезные сладости из пророщенной зеленой гречки. Вот это рулетик, который был у нас в развернутом виде, тоже варианты. Здесь сырая свекла, сырая морковка, тертый сыр, твердый сыр и лаваш, зеленый лаваш. Ну, скажите, красиво очень. Да, дуже гарно выглядит, насправді. И это очень легко, то есть для переваривания легко. Вот тарталетки, вот это черненькое, это икра из семян чиа. С листами нори, очень-очень вкусно, правда. А икра яка? Икра из семян чиа, из чиа. А, вот есть такие семечки, да. Я зрозуміла. Просто есть черная икра. А, я зрозуміла. Которая мало доступна. Тобто ми оце насіння туди кладемо, це, ага, все, я зрозуміла. Мы его заливаем водой, добавляем туда измельченные листы нори, и все. Ясно, все, зрозуміла. Вот, кстати, салатик тоже, о котором я говорила, это запеченная тыква, гранат, фета, листья салата, и сюда же будет, можно добавить нут вареный, например. То есть важно, чтобы наши зрители понимали, да, что все-таки на новогоднем столе не должно быть слишком много белковых продуктов, животного белка. То есть если это курица или птица или утка, то все. Без котлет, без каких-то еще там отбивнушек, еще кучи всего. Это одно мясное блюдо. Дальше вы можете добавить, например, сыр твердый или вот такой белый в какой-то салат. Дальше вы можете добавить растительный белок, например, нут. Вот это турецкий горох, нут, он очень вкусный. Либо же зеленый горошек, но использовать обязательно замороженный. То есть не консервированный, где куча сахара, а зеленый замороженный просто вы заливаете кипятком, и он уже готов. Его можно в любой салат использовать. Это тоже уже растительный белок для вашего стола. А, бачите, вот дуже добре, що ви сказали саме про те, як же по сумісництву можуть наші страви бути. Адже ми можемо, наприклад, використовувати рибу, так? Так. От ми, наприклад, запікаємо рибу. Ну, от будь-яка може бути риба, так? Чи відварена, чи запечена, чи, можливо, хтось хоче посмажити, але ж смаження, мабуть, не дуже добре, так? Не дуже. Нехай краще буде запеченою риба. Так, і що тоді до риби? Що краще смакуватиме і буде кращим для вживання? Для рыбы идеальным сочетанием будут овощи, любые овощи. То есть любые овощные салаты. Вот, например, такой был лаваш там с сырой свеклой, сырая морковка. Да, вы завернули, сделали это одно блюдо. Второе блюдо, можно этот же салат, где мы добавляем нут, где мы добавляем фету. То есть рыба и фета, и сыр, это допускается. Например, яйцо и сыр, это допускается. Если это люди-вегетарианцы, например, не едят ни рыбы, ни мяса, то яйцо и сыр тоже допускается. Но это не рыба, мясо, сыр, яйцо и все подряд. Все сразу не можно. Звісно ж, справді, зірвемо тоді шлунок. Хто звик, можливо, буде легше, так? Для цих людей, які звикли вже. Привикли, в смысле, їсти много і часто, і все подряд. І все, і так. І все разом, і майонез, і все разом, так. Ну, однозначно, я би хотіла сказати, сказать каждому нашему зрителю,
перед тем, как садиться за праздничный стол и вообще планировать его, измерьте окружность талии. Вот два показателя, да? Один, точнее, даже без весов можно обойтись. Вот мужчины 94 сантиметра, талия, это самое узкое место, талия это самое узкое место, да, у нас на животе. Вот ищем его, измеряем окружность. 94 сантиметра для мужчин это максимум. Так, и 80 сантиметров для женщин. Вот все, что выше, думайте, как вам на Новый год и после праздников уменьшить окружность талии. Потому что именно окружность талии это наш биологический возраст. То есть наша молодость. Не весы, не килограммы на весах, а именно наш внутреннее здоров'я, то есть здоров'я наших внутрішніх органів. І це окружність талії. А що тоді виходить з віком? От було, наприклад, там 60, так, в 20 років. От ці 60 повинні бути і в 40, чи як? Вони можуть варіювати до 80, да? Чому? От 80 для жінок – це максимум. Тому вони можуть, звісно, прибавлятися. Жінка, наприклад, родила, там, потім у неї там якісь, да, можливо, проблеми со здоровьем метаболические, но это не должно быть больше 80 сантиметров. Вот на 80 сантиметрах заканчивается метаболическое здоровье. Так, ну це все зрозуміло, в принципі, ніхто ж не хоче собі більше. 100 – це вже занадто. Як кажуть, там, не перевертайте цифри, так? 90-60-90 повинно бути, але аж ніяк він ще більше. Ну 80 – от максимум, да, це потолок для жінчин. 80 – для мужчин 94. Ми ще не поговорили про десерти, про солодкий стіл. Діти захочуть і солодощів, і обов'язково під ялиночкою. Будуть якісь Діди Морози, будуть, ну все буде, звичайно. Ну, звичайно. І що ж тоді? Як нам на Новий рік? Забороняти дітям їсти солодощі? Ну, смотрите, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что это дети. Ви все равно не запретите. Они, значит, тут ви сидите за столом, они ушли в другую комнату, съели в три раза больше. З'їли все. То есть важно просто, что делать у детей? Не допускать, чтобы они ели это до еды. Или в промежутках между приемами пищи. То есть должно быть, вот строгость в чем должна быть? Ребенок покушал основную еду, например, там чуть-чуть мяска, какой-то салатик, огурчик, помидорчик, морковку с яблоком, это все, да, чтобы там была обязательно клетчатка. И вы учите ребенка до праздников, что вот сладкое ты кушаешь после еды. Во-первых, мы убиваем нескольких зайцев, да. Первое, ребенок не съест много. Потому что у него в желудке уже будет еда. Второе, этот сахар не нанесет такого вреда, как мог бы нанести, если это до еды. Потому что за резким скачком сахара идет резкий скачок инсулина. А инсулин это гормон не очень хороший в избытке. Он снижает иммунитет, он мешает нашим клеткам самоочищаться. И у деток может быть и высыпание, и аллергия, и вплоть там до вирусных инфекций. Потому что контактов много, а иммунитет снижается. Знижається за счет інсуліна. От вам і соплі 2 января. Ось так. Ну, бачите, все нібито зрозуміло. Даш, я ще хотіла наостанок запитати з приводу напоїв. Ми п'ємо шампанське, чи ми п'ємо щось міцніше, можливо, так? Треба, звісно ж, мати міру, знати, що це все не повинно закінчуватись погано. Так, на наступний день треба свіжу ясну голову. Дітям теж треба розуміти, що краще вже водичку попити, так? Чи що? Але ж вони захочуть щось смачніше. Діти, вода або компот. От вода або компот – це ідеальні напитки. От правда, ідеальні. Не соки з пакетиків, з коробок, тому що там сплошний сахар. От правда. Не міряйте своє благосостояние по кількості соків, випитих цих коробочок. Ні. Приготовьте, краще сварите компоти з сухофруктів або з ягод заморожених. Це буде і красиво. Ви туди чуть-чуть додаєте сахара и все. И это будет намного полезнее, чем апельсиновый сок, как бы 100%, но если мы посмотрим на количество сахара, оно там будет от 30 до 40 грамм. На 100 мл. Ну що ж, все зрозуміло. Готуємося до Нового року якісно і зі здоровою шкірою і зі здоровим організмом. Звісно ж, обов'язково, щоб все це було так, як нам хочеться, щоб було смачно. Ми побачили, як це гарно виглядає, неймовірно. Дякую вам, Дар'я, що ви все це показали нам, розказали. І, звісно, ми тепер розуміємо, як же правильно нам підготувати оті страви, які ми будемо їсти у новорічну ніч.
ніч, тож, будь ласка, так і робимо, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.